Это было так. Ладно, начинаем наш договор. А год почему-то свая взял вдруг. Может быть, он промахнулся? По привычке, думаешь? Да, по привычке взял свая. Интересный кастом у черного, при черного Тарота. Не может противопоставить ничего с чудо прессику, закованного в цепи и меха от свая, напоминающего какой-то гомосячий косплей зловещий. А главное, черные лосины, да, обтягивающие, уж. Очень красивые. Ну, очень красивые, согласен с тобой. По-настоящему интересные решения дизайнерские демонстрируют нам Very Good. Ох. Явно Black Tarot вообще, по-моему, не понимает, что ему делать с Сваем, с его прессингом. Ну, он оделся как Зигфрид, видимо, пытается смутить противника, но это мало ему помогает. Я вот вижу, как вот начинается бой, Тарот что-то пытается ему сделать, бьет его пару раз, а потом начинается прессинг Свая, и все. И все заканчивается. Да, да вот, и вот все закончится очень быстро, очень болезненно. Он абсолютно не знает, но... Наверное, на этом и сыграл Very Good.